Вы смотрите новости на 24KZ. Студия работы Динара Жамбатырова. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. Сборная Казахстана по спортивной стрельбе, которая принесла стране первую бронзу Олимпиады в Париже, возвращается домой. Медаль, завоеванная парой Александра Илея и Исламом Сатпаевым, стала для Казахстана первым олимпийским трофеем в этом виде спорта за последние 28 лет. Не так давно в национальной команде произошли большие изменения. Ее пополнили молодые спортсмены, которые уже в прошлом году показали блестящие результаты на азиатских играх. В руководстве сборной выступлением команды удовлетворены и обещают после короткого отпуска приступить к подготовке к следующим соревнованиям. В нашем суверенном государстве впервые участвуют на Олимпийских играх 6 спортсменов. Это впервые, потому что были случаи, когда один спортсмен участвовал, 2 спортсмена, 4. Дали возможность помимо спортсменов вывести не только главного тренера на Олимпийские игры, но еще и старших тренеров. Что это большой толчок, потому что мы на протяжении 4 лет работаем бок о бок, в тандеме совместно, и спортсмены это чувствуют. Ну, смотрите, если брать, что именно азиатские страны превосходят в нашем виде спорта, да, максимальное количество медалей именно в полевой стрельбе занял Китай, на втором месте Корея, вот, и мы на 11-м среди 82 стран. Я считаю, что это, в принципе, хорошо. Обеспечение комфорта и безопасности процесса обучения – основные задачи, поставленные перед Министерством просвещения в новом учебном году. В сентябре казахстанские школы примут почти 4 миллиона детей. 360 тысяч из них пойдут в первый класс. Между тем, в ряде регионов есть угроза срыва сроков завершения ремонта в школах. Кроме того, не все объекты образования соответствуют требованиям безопасности. Премьер Олжас Бектенов поручил министерству и местным акиматам обеспечить полную готовность школ к учебному году. В этой работе не должно быть формального подхода только для отчета, подчеркнул глава Кабмина. Батагоз Базарбаева продолжит. 90% школ уже обеспечены учебниками. Больше 500 тысяч школьников в Казахстане получат материальную помощь для подготовки к учебному году. Оснащение школ интернетом за год выросло с 19 до 90%, рассказал министр просвещения Гани Бисимбаев. Закупается современное оборудование и для сельских учебных заведений. В 1731 школе установили спутниковый интернет Starlink. Еще в 137 приграничных школах сейчас активируют спутниковые терминалы. Планируется приобрести около 1500 кабинетов, в том числе по робототехнике, химии, биологии, физике и STEM. Запланирована модернизация 1000 школ в малых городах, районных центрах и селах по 7 направлениям. Обновляются библиотеки, столовые, мебель. Улучшаются условия безопасности. В этом году в стране строится 300 школ. К 1 сентября планируется открыть 61. Золотым стандартом модернизации объектов образования должны стать комфортные школы. Больше 200 школ должны открыться к 1 сентября после капремонта. Олжас Бектенов остановился на регионах, где есть риски срыва сроков подготовки отдельных учебных заведений. Среди них 7 строящихся объектов в Актюбинской области. Строительные работы неоправданно затянулись. Надо обеспечить ввод объектов в установленные сроки. Также в августе нужно завершить капитальный ремонт. И здесь есть серьезные риски по 18 школам, где выполнено только 30% запланированных работ. Это касается Карагандинской, Североказахстанской областей и области Улутау. Все работы должны быть окончены до начала учебного процесса, чтобы дети пришли в чистые помещения. Здесь не может быть формального подхода только для отчета. Усилены требования к безопасности. Если количество учеников превышает 700 человек, администрация должна нанимать лицензированную охрану, оснащенную радиосвязью, служебным оружием, мобильными группами реагирования. Между тем, МВД выявил в этой сфере около 1000 нарушений. Сумма штрафов составила 95 миллионов тенге. К примеру, только половина камер наблюдения в частных школах интегрирована с ЦОУ полиции. Сегодня тревожными кнопками оснащены 87% школ, а турникетами на входе всего 62%. Охранные агентства работают только в 79% учебных заведений.
Низкий уровень охвата демонстрируют Туркестанская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Костанайская области. При этом слабая работа организована в ЖТСУ, Актюбинской и Атырауской областях. На отдельных объектах охранники – это вахтеры, часто женщины пенсионного возраста. В таких условиях легко пронести в школу опасные вещества и предметы. Впервые за 3 года государственный образовательный грант освоен на 99%. В конкурсе участвовало на 11 тысяч абитуриентов, больше в сравнении с прошлым годом. Свыше 5 тысяч грантов выделили для выпускников из регионов, пострадавших от паводков. Их оказалось больше 20 тысяч. Половина из них смогла пройти по общему конкурсу. Что касается абитуриентов, которые набрали высокие баллы, но остались без грантов, министр науки и высшего образования отметил, что для них есть дополнительные места в вузах. Порядка 10 тысяч грантов на сегодняшний день выделяют такие организации, как акиматы, 870 грантов идет от работодателей, 850 грантов дает фонд «Казахстан Халкана». Отдельные у нас есть государственные гранты, например, ежегодно 500 выделяет правительство Турции для МКТУ. Порядка 3000 грантов дают наши 18 ведущих университетов. Весь список этих ребят с высокими баллами мы передали нашим ректорам. Точечно теперь наши ректора будут разбирать этих ребят с высокими баллами, приглашать их к себе. 2 раза больше выделили грантов и для кандасов. Доступ к бесплатному образованию получили свыше 1500 этнических казахов, вернувшихся в страну. К слову, вместо 5 предметов в этом году на ЕНТ они сдавали 3. К тому же от них не требовалось набрать пороговый балл. Ботагоз Базарбаева, Арман Акшабаев, 24KZ. На 60% завершили строительство 2-го пути железнодорожной линии Достык-Мойынты. Там трудятся более 1000 человек и задействовано 500 единиц техники. Когда сдадут объект в эксплуатацию, расскажут наши корреспонденты. Железнодорожная линия Достык-Мойынты соединяет Казахстан с китайским Алшанькоу. Это одна из основных наземных магистралей, соединяющих Китай с Европой через Казахстан. Общая протяженность участка от погранперехода на границе до станции Мойынты составляет 836 километров. Оно проходит по территории областей Абайжи, Тесу и Караганды. Строительство дороги началось в ноябре 2022 года. Объект разделен на несколько участков. Дорогу между населенными пунктами Коктума и Жайпак укладывает бригада под руководством Жангельда Асмиева. 80% работ между 3 перегонами успели завершить. Теперь должны возвести мосты. Наша компания выиграла тендер на строительство 50 километров железнодорожного полотна. В бригаде 60 человек. В график укладываемся. Протяженность этого моста над рекой Жаманты 93 метра. Всего на участке Достык-Мойынты будут около 100 подобных сооружений. Еще предстоит проложить 260 водопропускных труб. Их строительство предполагает сложные гидротехнические решения. В некоторых местах водные артерии сворачивают. Также переустраивают средства автоматики и связи. Устанавливают опоры для высоковольтных линий. Основная часть наземных работ завершена. По данным главного менеджера управления железнодорожного строительства Достык-Мойынты Мажита Куандыкула, рабочие уложили 515 километров рельсо-шпальной решетки. Для подготовки грунта под второй путь уже отсыпали более 7 миллионов земляного полотна. Это 94% от общего объема. К зиме работы завершим. Половину мостов тоже построили. Постараемся закончить до наступления холодов. Сдача проекта запланирована на следующий год. Строительство дополнительной линии привело к заметному оживлению в логистической сфере. Директор терминала Сергей Гордиенко осваивает дополнительные площади для хранения грузов и ищет новых партнеров для их транспортировки. Мы хотим увеличить свой грузооборот. Таким образом, мы посмотрели, что у нас присутствует 7,7 гектара свободных площадей, которые принято решение освоить, и таким образом мы будем активно участвовать в освоении данной территории. У нас планируется к размещению и краткосрочному хранению порядка 3500 контейнеров. Строительство магистрали Достык-Мойынты – одно из крупных инфраструктурных проектов в истории Казахстана. После запуска 2-й линии пропускная способность участка увеличится в 5 раз. Это 60 железнодорожных составов в день. Рауль Габитов, Шыңгыс Калиден, область ЖТСУ, 24KZ.
К углублению дна Каспийского моря приступили в порту Курах в Мангистауской области. К реализации проекта привлекли специализированную технику крупной европейской компании. С ее помощью морское дно углубят на 2 метра. Это расширит пропускную способность гавани. Сейчас через морскую гавань проходит 6 миллионов тонн груза в год. 4 миллиона из них по железнодорожному терминалу. Остальные – автотерминалу. В порту единовременно можно хранить 250 грузовых автомобилей. По словам генерального директора Курах Серика Ахметова, углубление морского дна создаст условия для дальнейшего наращивания мощностей. Вы знаете, что в Каспийском море за последние 5 лет ушло довольно сильно, более чем на 1,2 метра. Это привело к тому, что мы сегодня флот, работающий на Каспии, недозагружается. В этой связи порт Курых анонсировал и провел первым из казахстанских портов проект по углублению. Результатом данной работы порт Курых будет обладать самой большой глубиной на Каспийском море. Казахстан предлагает странам Центральной Азии разработать механизмы прогнозирования рисков в энергетической сфере. Об этом сегодня заявил глава Минэнерго Алмаз Адам Садкалиев на первой встрече министров энергетики 5 стран Центральноазиатского региона и Азербайджанской республики в Астане. По его словам, такие вызовы, как глобальное нарушение поставок энергоресурсов, колебания цен на нефть и газ, напрямую влияют на социально-экономическую стабильность стран Центральной Азии. Необходимо активнее развивать и укреплять существующие связи между государствами, заявил Алмаз Адам Садкалиев. Мы начинаем реализацию глобального проекта в области развития и передачи зеленой электроэнергии совместно с республиками Азербайджан и республикой Узбекистан. Мы ведем активное обсуждение по строительству крупномасштабной гидроэлектростанции Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызской республике совместно с республикой Узбекистан. Обсуждается проект строительства гидроэлектростанции так называемой Рагунской ГЭС в республике Таджикистан. И у нас идет очень продуктивный, открытый диалог с целью поиска взаимоприемлемых и эффективных проектов, решений для реализации данных проектов в интересах народов наших государств. Жители области Жетысу обеспечат питьевой водой. В Волокольском районе возобновили строительство водопровода. Оно было заморожено еще в 2008 году. С тех пор проблему местные власти решить не могли. А в этом году появилась надежда, что скоро чистая вода придет сразу в несколько сел. 10 лет семья Серика Адасова из села Икпенды пользуется привозной водой. Они вынуждены возить ее из соседних аулов. Особенно трудно бывает зимой, рассказывает житель села. Зимой приходится на санках возить воду из соседних аулов. А там часто очереди собираются местным. Там хорошо, вода в доме течет. Обидно, что у нас нет таких условий. Давно мечтаем, чтобы и в наших домах была вода. Вместе с тем проблема должна решиться в ближайшее время, рассказали в местном отделе ЖКХ. В селе идет строительство водопровода. 11 километров труб уже проложили на улицах. На окраине села пробурили скважину, построили водонапорную башню. Проект стоимостью в 460 миллионов тенге планируют завершить к осени. Подобная работа ведется еще в 3 селах, поэтому к концу года обещают, что вода в домах появится еще у жителей сел Бибакан, Коктума и Токжайлау. Тогда показатель по обеспечению населения чистой питьевой водой в регионе достигнет 85%. В Акимате говорят, что проекты сейчас готовят и на оставшиеся населенные пункты. В настоящее время объявлен конкурс на строительство централизованного водопровода в селе Липсы. Этот проект будет переходным на 2025 год. Также разработана проектно-сметная документация для сел Каныр, Булакты. Сейчас проекты проходят госэкспертизу. Бюджетная заявка на их финансирование уже подана. В области Жетысу сейчас строят водопроводы в 22 населенных пунктах. Это позволит обеспечить централизованное водоснабжение больше 90% населения региона. Ербулабишев, Шангаскалиде, Куаныш Тургенбаев из области Жетысу, 24KZ. Больше 2 тонн мусора собрали на побережье реки Журавлиха в городе Ридере. Городской пляж приводила в порядок молодежь. Подключились велосипедисты. За несколько часов спортсмены и городские общественники перевыполнили дневную рабочую норму местных коммунальных служб. С начала апреля в формате экологической акции «Таза Казахстан» в регионе благоустроили больше 80 тысяч дворов. Расчистили 370 километров арыков, высадили больше 50 тысяч саженцев, ликвидировали сотни стихийных свалок. Причем восточно-казахстанцы самостоятельно идут на помощь и предлагают все новые места для проведения экоакции.